Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас вы получите 100% моментальный ответ на любой свой вопрос. Будет 4 карты. Соответственно, подумайте сейчас, прямо сосредоточьтесь на своем вопросе и выберите одну из 4 карт. Раз, два, три, 4. Сегодня секретной карты не будет. Итак, для тех, кто загадал первый вариант. Так, девочки, ну вам мешает, если вы загадывали что-то желаемое, да, то хочу сказать, что вам мешают именно ваши сожаления или то, что вы себя вините в чем-то. Или считаете себя недостойной это получить. Если вы задавали конкретный вопрос, то скорее, неважно о чем был данный вопрос, то скорее всего, то, о чем вы спрашивали, вы не получите по той простой причине, что вините в чем-то сами себя. Может быть, конечно, что обижаетесь. Вот. Ну, в общем, либо вините, либо обижаетесь. Обижайтесь на кого-то и вините себя. Это то, что не позволяет вам получить желаемое. А вот. Для тех, кто, ну или еще, иначе говоря, ответ нет. Но если вы простите себя и перестанете обижаться, то все возможно. Второй вариант, для тех, кто выбрал второй вариант. Это 8 кубков. А для вас ответ «да» на ваш вопрос. И либо ваш вопрос связан с поездкой, с дорожкой, да, значит, поездка пройдет благополучно. Может быть, с переменами. Потому что здесь в ответ на ваш вопрос перемены, поездка, начало чего-то нового. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой был вопрос. Для тех, кто третью карту загадал, смотрим ответ на ваш вопрос. Ой, девочки, у вас прямо начало чего-то нового, прям, знаете, такое возрождение. Если вопрос касается отношений, я имею в виду с мужчиной, с которым конфликт, ссора, расставание, разрыв или развод, то это однозначно возрождение отношений. Если вопрос касается существующих отношений, то переход отношений на какой-то новый уровень. Если же вопрос касается какого-то возвращения, восстановления, то очень даже возможно по этой карте. Вот. Ну и вообще обновление жизни в целом. Но обновление всегда происходит тогда, когда вы расстаетесь с чем-то старым. То тогда, конечно же, жизнь обновляется, как бы начинается с чистого лица. Это старший аркан смерть. И после смерти всегда следует рождение. Вот смысл, в общем-то, данной карты. Поэтому в зависимости от того, что вы загадывали, имейте в виду, что это или возрождение чего-то, да, возрождение, возобновление чего-то, либо это действительно начало какого-то нового пути, новой жизни, новых отношений, новой работы, нового бизнеса, буквально с чистого листа. Ну и четвертую карту, кто загадал. Ой, девочки, у вас тут мужчина. Не знаю, чего касается ваш вопрос, но в любом случае большую роль будет играть именно светленький мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Это может быть новое знакомство, это может быть встреча с вашим мужчиной, начало отношений или переход отношений на другой уровень. А также вполне возможно, если ваш вопрос касается предложения, вполне возможно предложение руки и сердца по этой карте. Что же касается других вопросов в сфере финансов, работы и всего остального, это говорит о том, что нужно приложить максимум энергии для того, чтобы добиться, или не добиться даже, а получить желаемое. Вот такие моментальные вопросы на ваши ответы.
Надеюсь, что вы получили исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Если хотите именно подробно, чтобы я лично рассмотрела ваш вопрос, вашу ситуацию, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Видно, да, номер. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, в котором я провожу прямые трансляции. Ссылочка на телеграм-канал есть внизу в описании под этим видео. И регистрируйтесь на новогодний марафон. Научитесь предсказывать разнообразными способами. И сможете порадовать в первую очередь себя, а также своих родных, близких, друзей, знакомых новогодними, рождественскими и святочными гаданиями, а также гаданиями на Таро. Ссылочка на марафон есть внизу в описании и в моем первом комментарии. Жду вас на марафоне. Всего вам наилучшего. Пока-пока.